Ну, Долорес, блядь, кто там насчет сов истерит, кто там насчет против Луара? Шаманам же тоже нужно, типа, выделить. Вот видишь, типа, истерят по поводу тотемов. Дина, тотемы, это наши все. Лой, станчик там раздала и все. Так, разбор на фокус. Идем дальше трэш. Дина, я тебе сейчас вообще в таргет возьму, зарань. О, ты у меня со мной в одной группе даже, как раз. Да, и кто знает, второй раз на убийство. Иршама уже тоже не было, да? Нет. Ну, почему не было лица? Потому что Иршамы не живут. По сравнению. Я живу. Да, у нас сейвов нет. Все есть. Типа, смотри, если перебивать все, то да, есть. Ну такой себе все равно. В сравнении, если даже с той же дубовой кожей друидовской, у нас говно, ну типа, а не абсурд. Смотри, я вместо предков взяла вот когтя и в принципе ничего такого хилу вред не нанесла. Нацепное исцеление символ только потеряла. Ну да, дубовой кожи ты ношусь. Ебать там просто забыла за секунду. Что интересно, даже сова не в таргете. Хорошо, что не я. Минус сова за секунду. Гена, смотри. А, тотемы — это честь, а клюв и у совы есть. Или как там у Войда этот цитатник был? И мы пока там обсуждали, я полчаса, наверное, угорался в этих. Ты еще книгу Лиги Убийц не видел. Там тебе поугарать на пару дней хватит. Нам же усилки не нужны, я не перебирал. Я тоже. Вообще... А там вообще, я не уверен, что там усилки нужны, если честно. Вообще нет, там усилки как раз таки белая стая говорит, потому что они убивали что Лара, что робота с усилками. Да я видел, что они убивали с усилками. Я перебил талант, и мне хватило даже без хп спор. И кстати, я смог его на роботе тебе не хватит, поверь. Значит, надо идти перебивать. Там на роботе, я видел, мне скидывали скриншот, там по захилу, у каждого хила было по 30 лимонов. Нормально. Да. Они там, может, вообще не сбегались? Там же по тактике надо разбегаться туда-сюда. Ну, я думаю, раз убили, значит, тактика у них была более-менее правильная. Так вот, типа, видос пересматривал. Ну... У нас такой был стрёмный момент на втором, когда у нас 4 вошло. Типа, в это... Да, в было такое. Так у Стаи тоже по 4 входило, только 2 раза. Да не, у них Стаи 5 заходило, потому что у них по 40 тысяч хп у каждого. Типа, нахрен да, это надо вообще? У нас с контролем было более... У нас с контролем намного лучше было, чем вот то, что они делали. Они просто больше запускали, потому что у них меньше людей контролировали. Я у Тенки тогда интересовался, мне она сказала, что они вообще не контролили практически. У них там типа 3 человека на контроле сидело, все остальные просто дымажат. Там же на роботе 40 тысяч какая-то обилка бьет. А если в радиусе от тебя в 15 метрах кто-то есть? На Келе 100% надо усилки в хп. Ну, на Келе берсы нету, там, там 25 танков надо. 25 танков. Да, там мобилки, которые 200 тысяч вносят в радиусе 10 метров, а в радиусе 30 метров по 50 тысяч вносят. Блять, а чё тебя с горным контрольный берут? При том, что там написано, что саппроты именно игнорируются, саппроты, любые эффекты неуязвимости. Бабл, ябл. Дубовая кожа и мое все. Он там полностью иммун ко всем саппротам и. Ну это не саппрот, это понижение урона. Просто. Все равно там прям написано, игнорируется любое снижение урона полностью. Целиком, блять. Вот тебе 50, вот ровно 50 и заедет. Вообще пофигу. И сейчас это Амир линкуй свое нахуй перерождение. Вообще пофигу.
типа не чувствую. Сейчас, да? Я вам линкану, блядь. Да, о, глыба. Видали? Кстати, Миш, ты воспользовался моим советом вчера в ОКХ? Благодарствую, ребята. Что с лицом, да? А ты, типа, как Элбрин, хорошо бегаешь? Но... Да, у Полины есть привычка в мелизоне стоять. Понимаю. Кислый одно время даже кричал. По рукам, ну-ка, отойди от трэш. Ууу, Дарт Вагон, говорит. Он не рвезет. Сейчас магика добью и зайду, потом говорит, хотя мне в 5 часов уходить. Дарт, фу-фу-фу. Вчера с Эпигастрием разговаривали, так на официалку захотелось. Кто такой Эпигастр, что-то знакомый? Протопал, по-моему. Паладин у вас был. В смысле? Нет, Дарт, они не убивали. Они в Берсу уперлись вчера. Кто? Знакомый. Амир. Да? Серьезно? Джокин, Алари. На первой фазе ты видишь, что в Берсу упер? Они в Берсу на второй фазе упирают. В смысле на второй фазе? Да, Дарт говорит, раздавака ему писал, что они убили. А, не убили. Кого, робота? А, каким оба? Нет, Алара. А как они убили? Там Хома был в хиле, там Хома был в хиле. А это огонь шок. Просто, но он там вообще слабоват. А чем они убивали? Кем они убивали? У них же вообще там половина рейда нету. Да? Там старички позаходили, и там, ну реально, там нормальный более-менее был. Первее кто, мы или они? Они ночью же, поздно ночью заходили. Ну тогда сосать. Просто я когда сидел, уходил спать, у меня 2 часа ночи это было, да? Мне этот Коксис говорил, что они в Берсу уперлись. Мне тоже, ребята, вторая фаза из Берса? Да. Но они уперлись в Берсу, потому что у них народу много подохло до хера. Ген, столько же, сколько на первой фазе было раньше, 8.20 что ли? Так мы, по-моему, где-то за 8 минут убили. Я мы за 6 под... убили. Да, не 6, там больше. 6.5. Я вчера за тяка наблюдал, типа. Там был стрим, типа, но не для всех. Вот. И такой момент на этом, на третьем, получается, Фениксы, да? Лем откидывает мобов, а сяка... Осяка чё? Осяка чаржится, и получается Элем откидывается туда, блядь, вниз. Под плот-плот. Я понял. Это называется командная работа. Клемки ролить можно ведь, да? Да. Да, воронки, да, был. Слава Украине. Все такие уже нажали, да? Все. Блять. Тьфу. Это не работает, Генова. А, у меня был... Да нет, в смысле не работает. Я помню, ходил с этим, с Егором в РБК, он постоянно, типа, выкрикивал «Слава Украине», да, и сердолики ролял. Типа, после этого я пытаюсь сделать так же. Надо будет у него спросить. И что-то не получается, да, Ген? Что-то не получается, может, потому что я не с Украины. А, может быть, это только на рок распространяется, Ген? Чё мне тогда кричать? Слава Старфолу? Чтобы не дамажит. Старфол — это жизнь, Ген. Ты знаешь, какой импакт вчера от совы был? Типа, до 200. Это просто... Оправдываться начал. Как мило. Ты понимаешь, две хороших совы на Ларе — это уже 50% убийства босса. Ты еще скажи лучше. Там эти две совы ниже 10-й позиции, по-моему, были, нет? Ну потому что ты знаешь, сколько контроля это гонёшься? Да я знаю, Гена, я там 3 контроля кидал постоянно. Кинул землетрясение, говорит, 3 контроля.
принципе, тотема Ков и Тандер по откату. Ты знаешь, я там каждую секунду на Тандере считывал, блин, ты знаешь, как это потно было? Я на видосе видела, Кирс подбегает в мили-зону, чтобы заранее откинуть, а потом отбежал обратно. Слава Старпому. Так ты видела, Полина, какая скиллуха, чтобы можно было замедлить и закорневать их по отдельности? Красиво. Потому что, блин, вот этот был первый пул, я так подбегал откидывать, и меня перьями закрыло там, где и вы там стояли. Там один раз откинул мобов вниз. Да я знаю, но там ничего не с этим не сделаешь. Ну, случай получился. Подбирал здесь? Да. Сейчас приду. С кому не сделал, нет? Нет, пока нет. Ну и пару плюшек на робота с кому не сделал. Да, ну пизда. По пару плюшек на сало правочки с кому не сделал. Там робота, чё? Кстати, не ртутнули. Че там с воронкой? Блять, петух. Сука. Ну-ка в чьи. Какой нахуй через горн, блядь. У меня ассист есть, а кто дайте ассист, пикнул. Срочно ребут сервера с откатом. Срочно. Пончик, дай. Я заскорить на его нах. Собы сосать. А чё, починили вкладку с рейдом? Или это я просто мертвый, у меня рейд открывает? Ты мертвый просто. Короче, из всего. Дайте Геру. Яна, посмотри, посмотри пока что с пылы босса. А где? Три хила сдохло, ребята. Обратите внимание. БР дайте по хилам. Вон, видишь, ДБМ. Перси по адмиралу, там Энджи по Энджи. ДБМ ОКХМ, видишь? ДБМ ОКХМ вкладку видит пока что только офицеры. Ну, в смысле, это те, которые вот здесь. Хена может. Ну да, вижу. Хена может. Там скрим есть, видишь? Скрин, вот адмиралский, типа матрица пустоты, чердейская сфера, это. Блять, играть будете в игру, что вы делаете? Этот скрин. Сейчас вы понюетесь. Да, этот. Это все? А кто агрит вот этих больших постоянно? Зачем? Там отлетают люди. Там кто-то улетел прям прямо ровно в середину. Зачем? Хороший вопрос. Мана нет, но вы держитесь. Робота по разговорам с белой стаей, робота лучше убивать через пати РДД. Сука. Сейчас посмотрю. Скажите, когда меня ресницы я развернул? Ну, знаешь, Лёх, с учетом того, какие скиллы я видел, то на самом деле да. Милики все-таки 15 раньше друг от друга набирать. Блин. Ну можно миликов там 4-5? Да у нас и так одни РДД. Я же говорю, нам может и проще будет сделать. Ну, судя по то, что я читаю, там вообще нужно со сферой попукать. Типа, ну, сфера просто... Сферы нельзя друг с другом пересекать, короче. Ну, она преследует кого-то, то есть... Получается, я так понимаю, можно тупо с ней бегать. Она просто летит за ней. Ее нельзя. Да, она летит, но нельзя с ней, блять, короче, это. На ее типа пути пересекать? Не должен никто быть. Да. В смысле, ну она преследует наиболее удаленного противника. А то есть, там либо... должны в танке стоять. То есть, да, это стоит у тебя на РНЖ какой-нибудь танк. Он забирает, ну, так как он стоит далеко, в него летит, он от всех отходит, принимает на себя. Но при этом на всех накинется дебаф от взрыва, который увеличит следующий урон на 100%. И то есть, я так понимаю, это нужно как-то все равно, как, ну, таймер делать. Получается, ты кайтишь, ну, ты вот первую сферу роняешь, и тебе кидается этот дебаф, который увеличит урон от взрыва. Ты кайтишь эту сферу, пока дебаф не слетит, и бахаешь еще одну. Пока что то, что я понимаю. Ну, ты учитываешь, что на боссе надо или 3, или 4 танка.
Но я еще не до конца мечтал. На боссе есть спелл, от которого делится урон между танками. Он бьет типа в ну вот тяжкий удар, я вижу, да. Его надо делить в любом случае. И его союзником в радиусе 6 метров. То есть это в 7, это ты можешь делить не только на танк, а между всем рейджем. Япончик, дай промоут. В любом случае это, блядь, надо делить по, ну, типа танкам. Два или три танка должна находиться под боссом, то он увеличивает с каждым разом. Гена, вставай, давайте на 7. И этот дебаф спадает после каждой перезагрузки. А почему так, вы решили, что он делится? Он делится точно? Типа, когда я соло танчил паладином этого босса, да, на четвертый удар меня шотнуло. Так, ну пока что я вижу, нужно всем забивать чародейский знак, дебаф. Это дебаф на 5 человек, его нужно будет выносить. А что это за знак? Короче, отмечать 5 противников чародейским знаком. Спустя 6 секунд знак активируется, нанося 12 тысяч урона тайной магии. И пытается распространиться на всех противников в радиусе 10 метров. Короче, как дикое пламя на Джайне. Ну типа да, только рейндж 20 метров. За 6 секунд выпишет на 20 метров. Она выглядит как шестеренка сверху такая. Эту хуйню надо добавить ДБМ. Бля, за 20 секунд, за 6 секунд на 20 метров. Я даже визуально все на башку вижу. То есть, грубо говоря, вот эти знаки надо выносить с рейда, да? Да. Типа на 20 метров. Я думаю, нам изначально надо метров по 10 набирать. Но это нужно тяжкий удар делить. Но тяжкий удар он делит же в радиусе 6 метров, правильно? Это милизон. А почему делит? А почему делит-то? Я не понимаю. Где там? Не трогай пола. А потому что, смотри, усиленный чародейский энергии удар, наносящий 80 тысяч урона от тайной магии противнику и его союзникам в радиусе 6 метров. То есть 80 тысяч это на всех. Делится? А где написано? Ну потому что противнику и его союзникам 80 тысяч. Ну так противнику 80 и союзникам 80. Где написано, что делится? Нет, блядь, ну типа описание это делимый урон. Ну, ты сам подумай, да, типа 80к и потом еще там стаки накидываются на 250% максимум. Мне 200... не верится, что он делится. Нет, это ни один танк типа не выдержит. Ну, блин, ты сам подумай, 80к какой танк будет танчить по 80? Ну во-первых, это магия. И она резистится, это раз. Ну сколько ты там срезистишь? Ну, мы уже будем чистить трэш, ну, потом уже разбираться. 60к тебе вместо 80 ударит. А если у тебя у танка не столько хп, тебя сбреет, ну там через 2 удара. Еще вот я приведу пример, способности, которая делится. Вот, читай. Нет, Войт, ну блять, смотри, 80 тут тысяч урона. Тут написано урона. Русским языком, суммарно, а там нету такого. Ну блин, хорошо, давай но так. Ну это надо тестить, правильно? Ну да, это, ну сейчас потестим, сразу поймем. Давай не будем, типа, на этом цикле, просто посмотрим, затестим, увидим. Бля, ну не знаю, не знаю. Давай, короче, сейчас посмотрим, да, пульнем. Типа начнем как? Сейчас сразу забью себе воду дебаф. Смоните. Какой дебаф там знак? Скажи, какой еще раз. Сейчас я пропишу вам, ну, в речате. Тоже. Сейчас, погоди, релогнусь. Чару. Угу, чародейский знак.
Не, мы в том ивент забили на всякий случай. Там. Вопрос на засыпку. Две воронки за 10 стаков ледяных шаров. Нормально? Ну, наверное, да. Ну, стак шаров 450 где-то стоит. А какой 450? Ты чё? 400 и меньше уже. 50. Да, нормально, Вага, нормально. Ну, с другой стороны, вот если у тебя ОД, например, некуда девать, тебе нормально. Так и есть. Так, тигели пустоты, это что? Это вот эти два типа две хуйни, если он стал, я так понимаю. Да, скорее всего. О, мы тогда же смотрели, он подбегает к этой херне, да, через да, какое-то да, время начинает собирать магию. Урон. Это откуда шарики эти летят, да? Он там вроде ближайший бежит просто. То есть нам нужно держать где-то, ну, к одной ближе. Здесь тут не будет какой-нибудь фигни с кнопкой прожимающей? Ну, пока не вижу. А то будет, как обычно, у половины ее нет. Ну, катить сферы, я так понимаю, должен все-таки какой-нибудь типа медведь. По-любому танк тоже. Ну танк Мишка, потому что он может прыгнуть кота и какое-то время покаяться. Ну она вроде бы не быстро летит, как ветерки на Дулджине. Я спекнусь, наверное, в медведе посмотрю, что за хуйня с этими сферами. Там чем эту сферу дольше таскаешь, тем она больнее взорвется. Нет, наоборот, я типа вижу, смотри. Ну так, после взрыва на всех кидается дебаф, который увеличивает урон от взрыва на 100%. То есть это, скорее всего, так же, как на аварии, когда ты, ну, скармливаешь, накидывается на какое-то время дебаф, увеличивающий последующий сверхновый урон. И тут, я так понимаю, тоже ты взрываешь одну сферу, ну танк убежит, останавливается, взрывает. Тут, по-моему, по две сферы разом вылетает. А потом типа кайтит. То есть бегает и кайтит. Сколько сфер, я так и не услышал? По две они будут вылетать. Ну потому что вот слева-справа, смотри, сейчас я меточки поставил, да. Вот, и, вот из этих... Дайте промоутера, не пончик. Можешь? А чё, две, по-моему, так можно убить. Ну, одновременно, в смысле. Блять, там рейд нахуй сложит. Вот, вот, смотри, вот сейчас. Вот смотри, вот я кинул, видишь метку? Вот это тип. Я знаю, знаю. Да, там слева. Вот у них, да, будут, я так понимаю, по две сферы одновременно писать. Ой, падает. Усилки сейчас хп-ки? Хз, знаешь. Ну, сопрот тут точно, на 6 силков. Нужно просто запустить и посмотреть некоторые спелы, как работают. Ну будет неплохо сразу же, как вчера, сотку в стамину забил. Ну сразу да, типа будет, конечно, плохо. Дольше выживем, быстрее включимся всеми способностями босса. Где ты стоишь, Гена? А что такое? Не здесь, да. Я эти способности читаю. Я бы вообще что-нибудь не хотел кто-то засирать. Вообще хп и это. Принимай. Давай начнем с малого, по сотке закинем, посмотрим. А да ладно, оставь. Ладно, закидывайте. Поль, кстати, этот. Надо тебе новый талант скинуть? Давай после рейда. Мне голова сейчас. Я в танке ситуация, блядь. Я, короче, танком вместо медоежек. Танк.
Я сейчас спекнусь в танк, посмотрю, что со сферами. Мне в танке оставаться или нет? Да, в танке оставайся. Со мной на боссе будешь делить урон. Я буду босса танчить, а ты будешь со мной урон делить. Медведой пока что на замену Лоя пускай заходит вместо тебя в танке. У него больше выживаемости будет. Я стол и силков кидаю, да? И Монорон. Можно кто здесь и стрим запустить, посмотреть? Сих. Еще один пускай танк заходит, Монород. Че, Лех, я запущу стрим? Здесь Диси, нет? Закрыто сделай просто. И не сохраняй. Ну, Диси. А, ну, либо Диси. Джипса, пожалуйста, поставьте, я который раз говорю. Я весь сломанный полностью. Все ну, красное. Все, все. Короче, Монород. Тихо, Монород в танке, я в танке, Алоэ в танке, Враска в танке, и Войт в танке. И танки все выпейте сопрот, потому что это 100%. Тут все сопрот. А этот поможет Тринька на сопрот?